А теперь обо всем подробнее. Сегодня глава Карачаева-Черкесии провел совещание по исполнению поручений, озвученных накануне президентом России Владимиром Путиным. Были назначены ответственные вице-премьеры по направлениям, обозначенным главой государства. Рашид Тимрезов подчеркнул, что на первом этапе общая задача – наладить тесное взаимодействие как с федеральными структурами, так и внутри региона по выполнению поручений главы государства. Вся региональная нормативно-правовая база по мерам господдержки и по мероприятиям по противодействию распространению коронавируса будет оперативно приводиться в соответствие с федеральными документами, подчеркнул Рашид Тимрезов.